сейчас мы продолжаем собирать наши настенные часы из порцелановых или фарфоровых тарелок. И в этом выпуске мы с вами будем делать часы из вот такой вот красивой и юбилейной тарелки. Здесь написано «Община Обертраублинг». У нас здесь в округе есть несколько таких жилых населенных пунктов под общим названием. Если мы посмотрим вот так вот, то получается кельтское старое название «Траублинг». Есть у нас вот этот вот новый Обертраублинг. Есть большой город на 15, по-моему, или 16-17 тысяч населения. Там завод BMW находится, завод Кронос. Нойтраублинг. И есть Нидертраублинг. Находится в низине, поэтому так называется. Низкий. Поэтому сегодня мы собираем часы для жителей Обертраублинга. И, естественно, изъявившие желание приобрести такие часы, конечно же, охотно будут приветствоваться у нас на канале. Ну что ж, давайте будем собирать. Для сборки этих часов я взял кварцевый механизм с вот таким вот металлическим держателем и обычные классические стрелки белого цвета. Секундная у нас красненькая. Итак, для того, чтобы начать собирать, мы просто-напросто, как обычно... Стоп. Тормозим. Все, готово. Надеваем держатель и вставляем в тарелочку. Вот. У нас в этой тарелочке есть еще две дырочки для того, чтобы можно было повесить эту тарелку на стену, если она у нас не будет использоваться как настенные часы. Но после того, когда мы сюда вставили механизм, необходимость в подвешивании этой тарелки на стену с теми маленькими дырочками уже просто-напросто отпадает. То есть у нас уже готовы часики с крючочком, на который можно повесить их на стену. Итак, сейчас мы будем закреплять наш механизм в тарелочке нашей. Давай, цепляйся. Не той стороной. Хорошо, возьмем другую сторону. Ёлки-палки, иди сюда. Гладкая, скользкая. Сейчас мы закрепим. Отлично. И ключиком зафиксируем наш механизм. Ровненько. Так, вот так вот. Немножечко. Вот так вот, чтобы выглядело ровно. И мы фиксируем наш механизм на тарелке, чтобы потом получить от бюро по изобретательству и творческим находкам знак качества. Так, зафиксировали. Все, готово. Отлично, держится. А теперь начинаем монтировать стрелочки. Преимущество таких вот пластиковых стрелок перед викторианскими фигурными металлическими стрелочками в том, что эти стрелки плотные, прочные, и на них можно оказывать серьезное физическое давление, чтобы их закрепить на нашем механизме. И, естественно, часы с такими стрелочками собираются быстрее, чем те, которые сделаны из вот этих вот тонких металлических лент. Вот у нас получились такие вот часики. И сейчас мы проверим, работают ли они у нас, эти часики, или нет. Вставляем батареечку. Ой, не так, вот этой стороной сначала. Ну-ка. Ух ты! Работают часики. Эти часы точно так же можно приобрести, связавшись со мной, или через Facebook,
или на eBay, или здесь на YouTube. Я вам дам все свои координаты. Как только деньги приходят на мой счет, часы отправляются покупателю. Я рад был вас приветствовать у себя на канале. Не забудьте подписаться на наш канал, если кто еще не подписан. Поделиться видео с друзьями, оставить лайк, адекватный комментарий, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе всех обновлений и событий у нас на канале. Оставайтесь с нами. У нас всегда есть что-то интересное, что-то веселое, прикольное и умное. Всем удачи и пока!